Состав группы на тот момент Дюша Михайлов, Рикошет поет, я на бас-гитаре и Саша Кондрашкин на барабанах. Это отдельная наша была гордость, потому что до этого в группе КСК, например, вот тот самый концерт, о котором я говорил, там играл Валера Кириллов, впоследствии барабанщик группы «Зоопарк». И когда мы стали делать КСК, мы когда стали продолжать делать КСК скорее, с Кириллом как-то разошлось, я не помню почему. Правда, не помню, надо с Дюшей поговорить. Мы позвонили Кондрашкину и пришли к нему на репетицию в этот большой дом, который сейчас Ленэнерго называется, на Марсовом поле, где была репетиционная точка группы «Странные игры». А для нас «Странные игры» была одной из тех групп, на которую хотелось равняться, иконическая практически группа, потому что они играли по сравнению с остальными рок-клубовскими группами абсолютно актуальную музыку. То есть это была очень модная группа, как впоследствии стала группа «Два самолета» и так далее, и так далее. Вот. И мы пришли к Андрюшке, просто вдвоем показали ему какие-то свои песенки. Андрюшка сказал, что это бомба, я вписываюсь. Вот, и мы порепетировали какое-то время, никакого концерта не было ни разу. Потом появился Рикошет, и мы к Кондрашкину, я как сейчас помню, приехали на проспект Энергетиков, где он тогда проживал, сообщение ему о том, что у нас есть сейчас новая группа, вот ты репетировал для одной, а сейчас мы эти песни, плюс несколько новых, готовим вообще с другим певцом. Вот, зовут его Рикошет, пока его не знаешь, но скоро узнаешь. Говорит, ну хорошо, ребят, ну чё, нет проблем. Вот. И вот такой был состав. И у нас, конечно, был такой козырь в кармане. Мы группа как бы новая, но на барабанах у нас Кондрашкин. Человек, который к тому моменту успел уже поиграть с «Аквариумом» и играл в стабильной группе «Странные игры». Это, ну, в общем, ты играешь со звездой. И у нас с ним было такое отношение, и он очень много для нас сделал, в смысле влияния. Он очень много нам сказал каких-то вещей, что делать нужно, что не нужно в аранжировках и так далее. Очень сильно помог. То есть вот этот состав, конечно, был самый мощный. Дюша, Кондрашкин, я там на бас-гитаре и вот Саша Аксенов-Рикошет.